Здравствуйте. Интернет сейчас наиболее успешный для продвижения своего бизнеса. И нам с вами очень повезло. У нас есть очень серьезная помощь для построения бизнеса в интернет-пространстве. От качественного контента до системного обучения. Вау, это дорого стоит! Сегодня мы расскажем, как эффективно использовать возможности, которые нам предоставляет компания. Начнем с реферальных ссылок. С помощью них мы запускаем продвижение страницы на Яндексе и Гугле. Мы проводим конкурсы, где приз – реклама на реферальную ссылку и регистрации. Реферальную ссылку можно взять в разделе «Моя структура» и делиться ей в социальных сетях. Любой продукт, любой каталог, любую страну можно отправить через реферальную ссылку. И это очень удобно. Если человек после телефонного разговора думает зарегистрироваться ли к нам в компанию, мы всегда высылаем ему каталог с помощью значка «Поделиться» на сайте. И он посмотрит каталог, и если решит стать консультантом, то точно придет именно к нам. Даже если человек находится в другой стране, он будет работать с нами. И так мы, в принципе, и построили международную структуру. Дальше – это коммуникация, потому что самое главное в нашем бизнесе – это, конечно же, общение. Очень важно понимать, на какую целевую аудиторию будет направлен контент и где его брать. Конечно, в этом нам очень помогает сайт. С самого начала мы рассказываем новичку об акциях, об доставке и так далее. Мы можем отправить сразу же реферальную ссылку с ценами страны консультанта. Таким образом, реферальными ссылками может работать абсолютно каждый консультант в любой стране, в нашей международной структуре. Следующие инструменты – это push, SMS и почтовые рассылки. Директорская структура насчитывает от 500 до 2000 консультантов. Очень важно, чтобы каждого из них дошла именно актуальная информация. Конечно, для многих консультантов, потребителей получать сообщение напрямую от компании особенно ценно. На рассылку от компании подписалась я сама и посоветовала сделать это в своей структуре. Это оказалось очень полезно. Кстати, совсем недавно мне написала девушка, что ей пришло уведомление про новые итальянские колготки. Я помогла, она попросила восстановить пароль от кабинета и сделала и оплатила заказ, и они очень понравились. Для более быстрого роста вам понадобится дополнительная система коммуникации. Мы используем все возможные методы и каналы. Это email, чаты, каналы в мессенджерах и вебинары. Важно, чтобы коммуникация была проведена точно в цель каждому лидеру. И в этом нам помогают, конечно же, отчеты. Например, отчет «Текущие показатели» дают нам полную возможность по всем важнейшим бизнес-показателям. И мы выделяем легко свою целевую аудиторию, которая нам нужна для оповещения. А отрабатывать окончание периода с отчетом «Текущие показатели» это одно удовольствие. Очень здорово, что у нас появился новый отчет для работы с программой лояльности «Кэшбэк». Это еще один очень мощный инструмент для увеличения активности ваших структур. И это прекрасный повод напомнить о себе. Еще в первые часы каждого нового периода мы отправляем поздравительные клипы лидерам через все возможные каналы с помощью этих же распечаток. Главное помнить, что при любых рассылках важен качественный контент. Еще одним важным инструментом для нас стал продуктовый марафон «Фиберлик». Мы не врачи, мы не косметологи. И такая колоссальная помощь помогает нам проводить коммуникацию по продукту профессионально. Это очень важно для представителей косметической компании. Записи всех вебинаров мы рассылаем по чатам, добавляем на свои YouTube-каналы и рассылаем их через сообщество. Вебинары помогают нам развиваться самим и развивать свои команды. Мы узнаем что-то новое и делимся этим с нашей командой. Мы рассказали о самых важных инструментах, которые мы используем в нашем международном бизнесе, и чтобы он был более продуктивным.
Мы смело можем говорить, что с такой поддержкой от компании для каждого консультанта открываются безграничные возможности в интернет-пространстве для мощного роста команд. Спасибо! Не скупайте хвалаться! Как зал на вас реагирует, но поаплодируйте им! Громче! Я вижу, что никто...